Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня будем солить филе грудки куриной и делать из них куриный орех. Начинка куриного ореха у нас будет сыр, перец, это разные все орехи, и грецкий орех будет начинять. Для этого нам для начала надо ее засолить. Солить будем 15 грамм соли на килограмм грудки самой куриной. Я буду использовать нитритную соль. У кого нету нитритной соли, можно использовать обыкновенную соль. Все это вот так вот уварил в противень. Пересыпаем солью. И хорошенько перемешиваем. Втираем соль в грудку. Вот, все хорошо промазали солью, укладываем в контейнер. Закрываем все это дело плотненько. Выбираем холодильник на нижнюю полку на 4-5 дней. Где-то раз-два раза в сутки надо будет массировать вот саму вот эту грудку. Все, ждем 4-5 дней. Скорее всего 4. Ну все, продолжаем делать курочку. Курочка у нас просолилась. Солилась у нас 5 суток нитритной соли. Сейчас будем ее фаршировать. Приступим. Фаршировать будем перчик. Будет у нас с орехом, с чесночком, с орехом. И будет с перчиком и с сыром. Вот так вот нарезаны они. Так фаршируем. Чесночком набиваем. Делаем надрезы. И вставляем чеснок. После бьем. Ложим сырок, перчик. Перчик можно красный, желтый, зеленый, какой вам нравится. И накрываем все это так сверху. Формируем как бы орешек. Вот такой вот орешек. Длинненький, полукруглый. Ну все, после того, как сформировали вот такой вот орешек, все спрятали. Берем вот такую вот обыкновенную канализованную трубу. Вставляем туда пакет, потому что это не пищевой пластик, а пакет пищевой. Ну, резиночками закрепляем. Одеваем сетку. Ну и все, и вставляем туда. Кидаем туда, вернее, наш орешек аккуратненько управляем. И все, и формируем его в сетку. Обрезаем, завязываем, стягиваем его хорошенько. И также поступаем с остальным мясом куриным.
будем, как я и говорил, начинять чесночком, еще грецким орехом будем начинять. Несколько видов у нас будет вот таких вот орехов куриных. Сейчас мы их завяжем разными нитками, чтобы знать, что у нас с орехом грецким, а что с сыром и перчиком. Вот получилось у нас вот таких вот 5 орехов. 2 у нас с грецким орехом, вот завязаны они джутовой веревочкой. И 3 с сыром и с перцем, то красно-белой веревочкой завязаны. Сейчас мы будем их обваливать в паприке. И заматывать в пищевую пленку для дальнейшей готовки. Паприка резаная. Можно все, что вам нравится, можно любую другую приправу. Нам нравится в паприке. Как обсыпка. И в пищевую пленку. Получилось вот такой вот орех у нас красивый. Так поступаем со всеми остальными орехами. Ну все, после того как обернули ее в пищевую пленку, даем минут 30 отлежаться, оттеплиться и отправляем в духовку на 80 градусов с конвекцией и будем доводить ее до готовности 70 градусов внутри этого ореха. Вот курочка в духовке, наш куриный орех, градусник воткнутый, будем доводить до 70. Температуру на регуляторе духовки ставим 80. Это вот как контролировать сам процесс, чтобы больше 80 не поднималось. Хотя может до 85 примерно поднять. И доводим до 70 внутри с конвекцией. Включаем духовку. Ну вот, наша курочка достигла температуры 70 градусов. Полтора часа она у нас прогревалась, температуру мы довели до 85 в камере. Все, сейчас мы будем доставать и резко охлаждать в ледяной воде, чтобы она больше не набирала температуру.
Сейчас после мы ее развернем от пленки, подвесим буквально полчасика, проветрится, подсушится. И коптим не ханхи, подкоптим в течение минут 10. Нам просто надо не копченый, а чуть-чуть подкопченый, чтобы был запахом дымка. И все, и будем пробовать. Вот так вот разворачиваем. Сейчас положим на решетку ее, чтобы она маленько подсушилась. С пленкой в духовке при 80, при 90 градусах пищевой ничего не случается. Ничего она не расплавляется. Запах сразу стоит, после того, как пленочку разворачиваешь. Запах паприки, аромата чеснока. Ну вот мы развесили орех куриный, уже подсушенный чуть-чуть. Использую я решетку от мультиварки, вот такую вот, она здесь хорошо сюда входит, вот так развешена. Щепа ольха, там чуть меньше полстакана, вот граненого обыкновенного щепы чуть-чуть. Нам надо ее подкоптить. Ну все, загружаем коптильню. Распределяем там, уже прям в самой коптильне, чтобы меньше стенки касалось. А желательно, чтобы вообще не касалось. Накрываем крышкой. Ставим градусник. Гидрозатвор наливаем воды. Высотой миллиметров 7-8. Шланг. Сам отвод дыма отправляем в вытяжку и включаем плитку. Вот температура уже достигла 60. Я выключил плитку, потому что она сейчас будет набирать. И при этой температуре буквально минут 10-15 просто подкоптим. Плитка уже у меня не работает. Ждем 15 минут и будем доставать. Вот температура начала падать потихоньку. Коптильня сел до 50. Сейчас будем снимать резиночки. Ну что, открываем крышку. Ой, порог пошел. Достаем. Вот такие вот они у нас подкопченые получились. Я говорю, коптили буквально при 60 градусах 15 минут. Цвет слегка даже лег. Но нам надо, чтобы было просто подкопченые. Сейчас вот мы вот так вот их оставим, чтобы они висели, обсыхали, остывали часа 3. А после будем пробовать. Ну вот. Орехи куриные и готовы. Ну как готовы? Они 3 часа повисели у нас. Потом их надо будет упасть в холодильник. Чем дольше они будут лежать в холодильнике, тем вкуснее они становятся. Напоминаю, у нас получилось полугорячее копчение в коптильне Ханхи. Сейчас будем разрезать и пробовать. Вот это у нас орех с грецким орехом. Такой вот он получается у нас. А вот этот орех у нас с сыром. Давайте, чтобы не упало. С сыром и с перцем сладким. Он выглядит намного сочнее, кстати. Сейчас мы отрежем кусочки и будем пробовать. Сначала с сыром попробуем. Вот такое вот красивое, оно ароматное. Очень вкусное и нежное. Также и с орехом.
Тоже очень вкусный, ароматный. Редкий орех дает пикантность. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!